Мы решили брать комп. Мы? Ну, типа, всем чатом там. Ну нет, просто логично комп взять лучше, чем, ну, телефон. Нет, вот этого нет. Я и мои тараканы в голове. Ты и твой парень. Какой парень, боже? Если бы я парень был бы, он мне уже давным-давно бы этот комп собрал бы. Голосование? Какая связка ПК? Связка? Это что? Это типа хореография какая-то или что? Я связки только в хореографии знаю. Сейчас приличу тогда. Нет! Думает, компьютер это как лего собрать. У меня даже лего не было в детстве. И, ну, типа, в юношестве и отрочестве тоже нет лего. Я не знаю. У тебя камера есть? У меня есть мой телефончик. 11 iPhone. Беленький. 128 гигабайт. Аккумулятор 87%, наверное. Ну, может, 88, не знаю. Давайте вот так вот. Я с планшета открою сучок. Ой. У меня просто зрение плохое, я не вижу. Ну что, корешка? Делаем каре? Прикиньте, пум будет у меня. Целую экран в чате, хулиган. Что? Кто хулиган? Место нашла. Сюда поставлю. Вот тут, наверное, будет стоять. У меня тут вот стол есть. Ну, как стол? Это не стол? Ну, можно сюда поставить. Еще бы мозгов добавить, хотя не пусть будет такая... Просто красиво, это же нормально, да? Спасибо. Любой так будет, если его 1-2 раза в день заряжать, то что 11 такой маленький износ, какое-то чудо. Да? У меня просто руки золотые, понимаешь? Типа, знаешь, какой хозяин, такая и аппаратура. Как видишь, у меня выносливая аппаратура. Кого из стримеров знаешь, кого на постоянке смотришь? Я на постоянке смотрю Дарью Диснофейс, а знаю я Дарью Диснофейс. Дарью Диснофейс знаю, и еще есть какая-то Дисна, что-то я не понимаю. Вроде Дисна ее зовут, что-то не запомнила ник. Тумба норм как раз для ног местный идеально. На кому-то идеально поставить системник. Она еще и стримит, телефон греется постоянно, на батарее сильная. Умерла. Я вообще не знаю как. Только себя смотрит. Ну, самовлюбленная тварь, да? А что за Дарья Диснофейс? Чем известно? А, ну... 70 В, БП, 3000... Мать, 1700 любая? Тебе... Что? За 1700 продаешь, мать? Мне нравится стримить Диснофейс, сори за рекламу, другие стримеры дашь. Ну ладно. Он что-то про мать сказал. А на Твиче можно рекламировать других потокеров? Ну, на моем стриме, наверное, вряд ли. Особенно Дарью Диснофейс вообще тут не надо назвать, окей? Я не очень уважаю ее. Она, ну, типа, вообще ни о чем. В блэк-листе, да.
Назови меня странным. Кто помогает битком собирать? Ну, вообще, типа, можно... Ну, все, что надо, можно это все скинуть в этот. Ну, можно, короче, детальки вот... Чик-чик-чик вот так сделать, а потом тебе ее соберут и отправят. Да? Так же можно делать, да? Что сегодня на стриме планируешь делать? Танцевать тверк. Привет, Мымра. Что у вас происходит в жизни? Что вы решаетесь на каре самая ужасная прическа? Собирать? Ну, это работники. Они же работают. Они же могут собрать. Я же не буду детальки собирать. Спасибо за фоллоу. Так я еще комп не купила, что смотреть. Я думаю, ну сюда вот тут поставлю комп. Вообще норм будет. Первый же стрим. Вообще, я бы хотела сумерки посмотреть. Ну я вот. Я комп еще не купила. Хейтеры проснулись просто. Не выспались, видимо. Это... А что ты хотел? У меня обычный телефончик только, все. У меня не микро, ничего пока такого. Надо примерно знать, сколько ты можешь вложить туда. Постриглась? Да, только что. Ну нет. Смерков есть игра, я пойду. Сумерки? Ну, в смысле, все части сумерки мы будем смотреть, вы чё? Мы ради этого и берём комп.
Стиралка? Да. Я свой белый халат замочила, потому что, ну, белый халат, он как бы белый халат. Я его замочила и в стирку запустила. И меня тоже солнце гнило. Походу, рядом живем. Да. Придешь устанавливать мне винду? Мне 40 лет. Каждую минуту и секунду, каждый день. Я хочу быть с тобой 24/7. Я хочу быть с тобой 24/7. Я хочу быть с тобой, хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой 24/7. Я хочу быть с тобой, хочу быть с тобой. И в это, что говорит они на нас, забей. Милая, немного глупая. Трэш. Ну ладно. Умная. Гений какой-то. Что? Нет. Нет, я не гений, нет. Оформляет подписку. Вау! А почему уведомления нет у меня тут? А почему на экране нет уведомления? А у меня все с торможением приходит или что? Я думала, торможение... Ой, да кто меня заменит, вы чё? Меня никто не замечает. Фоллоу нажмите. А почему три? У тебя все тренды заходят. Привет. Там... Что вы обсуждаете? Рео стримы делать надо. А что мне на Ирео делать? На улице. Ветер. Дождь. Какие Иреэлы? Сейчас зима будет. Вообще я замерзну. Примерзну там к первой попавшейся, к первому столбу примерзну. И вот буду вот так. Гроза, ураган, между нами мальчики. Грязевики лепить. У меня маникюрчик вообще-то, я не могу. И проезжает какая-нибудь машина. И там какие-нибудь, ну, типа... Молодые парни, которые вот веселятся и все такое, и они на своей какой-то, блин, колымаге мимо лужи вот так, вух, проезжают, и эта лужа вся на меня.
Это вообще трэш. И лужи мне вообще ваши не нужны. Это не смешно. Девочки 16-го. Девочки 16. Это девочки 16, она думает, не можно. Нет. Ты еще не любишь длинные ногти, они вечно клавиатуру все закрывают на клавиши. У меня клавиатуры вообще пока ничего у меня нет. Подожди. Кент, не звони меня так, окей? Она меня не любит, она мне разбила сердце на эти килогерц. Хочешь что-то еще пускать? Ну, вроде да, вроде я не знаю на самом деле. Нову Адика. Next какой будет, я не знаю. Возможно, там красная помада будет как раз таки. Где ты Фейса? ВК. ВК же нет его. Я там, слушай. Я ВК слушаю. Что ты купила вчера? Я вчера купила. Рокс мастер какой-то. Пудру. Бабл ти. Что вы угораете? Пустота, осень, весна, зима. И у меня до сих пор боксмастер, у нас еще ростиксы не появились только. Понятно. Ну, у нас Кейси почти уже нету нигде. Вроде. Но я не видела. Не слышно почти. Он просто тихий. Красной помады нет. Что будем слушать? Вайб активно включим сейчас. Moonlight. Что? Кир, какой еще Денис? Ты чё? Какой еще Денис? У тебя чё, парень есть? Что? Трэш. Я думала, мы с тобой вместе.
А у тебя парень. Это просто трэш. Кто ботов крутит? Какие боты? Что за боты? У меня 1% на планшете! Офигеть. А какие боты? Типа у меня... Наверное. У меня вчера даже больше было. Сколько? У меня все 70 показывает. Отменяй! Кто? Что? У меня 170 показывает. Какой? На каком хайпе? Откуда хайп вообще? Я ничего не делала даже. У меня вообще 170 показывает. У меня на призме показывает 27 минут, 21 секунда 170. Нет, я не верю. Если ко мне реально типа много людей зашло. Вот и хайпануло. Я не говорила. Какой 500? Вы чё? Машины свои, отменяйте, что произошло? Если бы ко мне реально типа много людей зашло бы, у меня бы, наверное, подписки бы сейчас летели. А у меня ничего не летит. У меня только машинка стирает все. А ну что-то появляется. Че? 40. Что? А что происходит? Какие старики? Это Хелсин. Я знаю твой ник, я уже запомнила. Ссылку твою. Ой, не надо писать такое. Нет. Цвет глаз твои, это мои глаза, да. Всем привет. Испугалась? Не бойся, я хороший. Ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг другу в глаза, пока наши глаза не устанут. Мне страшно, что мне кто-то реально крутит. Но я, типа, я не могу понять, откуда мне. Потому что у меня чат вообще, ну, чат просто стоит. От этого вообще мне непонятно. Обычно, когда у меня даже 20,
200 человек. У меня и то хотя бы чатом двигается вообще. А тут вообще ничего нет. Вошла в кондиции. Какие кондиции? Такое часто бывает, тебе разве никогда этого не делали? Все мы, наверное, так делали. Нет! У меня онлайн поднимался только если там, типа, какая-то хайповая тема там, или кое-кто зашел ко мне на стрим, и все. Но не зашел, сможет на стрим. А просто так онлайн у меня не поднимался. Откуда, алло? Откуда, алло? Да я не верю, что он кинул. Нет. Какой-то старый повар крутит. Хелсин пьяный просто. Кто бы... Да, блин, убирайте. Зачем? Вот мне зачем это надо? Сейчас я на свой стрим зайду, посмотрю кое-что. Это можно как-то отменить? Кто мне это сделал? Я помню, тебя онлайн подписал чел был, когда один из чел чата расстроил, ты прям жестко плакала. Ну, было, да. Зачем ей комп под стримы? Че смотреть, не обращай внимания. Мы. Ну, 200 человек. Вот 500, которые... Это я не знаю, кто это. Вот. Какой муж. Осталось 800 фолловеров до 10к. Жесть. Ну как, в смысле... обговаривали. Ну, я... Мои модры. Сколько бабок на ком собрала? Тебе это ебать не должно вообще. Сколько? Сколько надо? Тебе вообще какая разница, Хелсин? Вообще отстань, ты тут вообще ничего не решаешь. Ты только вот капсу можешь писать всякий бред, все. Вот. Вчера была стрим? Вчера стрим была. И маркером нарисует экран, да. Какой вайб сегодня. Я в ВК, я сделала активный вайб, а у меня там только одни эти фонки какие-то. Мони, клава, мышь, уши. Пока 70 тысяч можно взять для стримов. Почему стримишь в рот, что одинок, а потом донат своим парням доставку бургера? Что? Откуда у меня парень? Ты фонкерша, гал... Да я не фонкерша! Нет. Спасибо за фоллоу. Не надо ко мне добавляться. Я там и сижу.
Как откуда парень? Из чрева. Ну да, в принципе, как и все мы. Почти Карен, да. Но... Я не знаю, я, наверное, вряд ли каре бы делала. Нет, если, конечно, у меня будет какой-то... Буду вот так ходить. Я шучу. Share life inside. Ну да, есть такое. Милость. О, спасибо большое. Спасибо за фоллоу. Так ты сейчас такой... И что? Тебе какая разница вообще? Ты же из мостика выпал. Ну да. Ну правда, как я там оказалась вообще? Меня там нет вообще-то. Кто? Приехал. Да. Меня вот Кира привезла. Она со своим Дениской забрала меня. И все. Хелсин, отстань от меня! Со своими стрингами уже! Что за дела, блин? Зачем тебе мои стринги нужны? Отстань! Вообще отстань от меня! Что он пристал, блин? Спасибо за фоллоу. Реально, блин, каждый стрим про это пишет. Спасибо за фоллоу. Главный чатер за стрим. Это вообще катастрофа. Кто ловит за квартиру? Стирака у них. Скажи ему, что я пошел в магаз, купил себе стринги. Кто уж как парень решил, что чистящий кокон. Да-да. Но только у меня подарков не будет. У меня из подарков только, ну, типа... Расческа. Ну, или картина. Из подарков вот. Все. Подарите ей сына? Нет. Интим. Ты норм? Ты же не Хелсин. Это Хелсин мне бред пишет. Ты же норм. Тут треки какие-то вообще не очень. О, пусть это будет. Спокойный вайб. Тоже пишу по настроению, бред полнейший. Пойду спать, стрим на фон. Хорошо. Сейчас донат какой-нибудь придет громкий. И ты такой... Выключаю стрим. Какой он для кого? У меня даже нет его. Ох. Киса какой. Ахиллесова пята. Тамасол, Табарис теперь. Не знаю, что вы пристали. Кстати, я помню, ты говорила, что Хелсин — человек, который всех бесит. Он меня не бесит. Ха! Ну это до пары до времени. Заработал за 3 года, а у тебя даже его нет. Ну да. Сто рублей. Аймите их. Что? 67 лямов, ну круто.
Так у меня... Зачем мне онлик? Нет, ну... Не надо. Что я хочу сказать? Что? Зачем? У меня показывают вообще 611 теперь. А вы отменить не можете вот эту штуку свою? 612, да. На живых 190. Отменяйте, блин, эту штуку свою. Что за дела? Отменяйте. Ты не хочешь в топ? Какой топ? Я просто хочу спокойненько посидеть. Дашуля, разбань в чате, пожалуйста. Хейтер опять делает мне зло. Круто. Ты, может, сядешь? Сейчас я стол принесу. Кто-то хочет лимон? У меня лимон есть. Лимон, мандарины и все. Больше ничего нету. У меня есть лимон и мандарины. В гости придете, скажу. Ну, блин, если в гости приходите, прийти хотите, то это, ну, покупайте сладкое. Потому что у меня ничего нет. Все, вот так будем сидеть теперь. Чебупели. У тебя деньги, лимон. Целёк ебал. Стоишь? Да. Встаю. Сушим сухари. Какие сухари? Песенку как отменить, а? Сейчас. Секундочку. Надо сделать какой-нибудь... коллаж из треков. Чтобы было нормально. Чтобы можно было слушать. Какой-то маленький у нее стульчик. Детский. Коллаж. Удивительно, нету? Нету. Хелл. Хелсин, ты уже новый аккаунт создал? Даша 2 метра ростом, да. Ростом был 0,5 километра, весом 20 килограмм. Заходил в свою квартиру, он обычно по частям. Почему красивая? Ты не красивая. Ну, типа обычно. Его, видимо, частенько ванит. Ну да. Жалко, конечно, но... Ну ладно.
Да, у меня маникюрчик красивенький. Ну вот, Кира говорит, обычная русская девушка. И ничего, что у меня дед татарин, а мать Мари. Да, я обычная русская девушка. Ладно, на самом деле было бы прикольно, знаете, что посмотреть? Покупка ВК-комбо. 159 рублей стоит. У меня сейчас ВК отменится, походу. Ну ладно. О чем я говорила? Можно фильм заказать? Нет. Мать Марина! Да? Ты Марина? Или ты Даша? Короче, о чем я говорила? Я уже забыла все. А, я было бы прикольно, знаете, вот эту штучку взять. Стоит 1500. В смысле? Я думала, он 5 стоит. Спасибо за фоллоу. Нет, за 15 тысяч узнать, что я там, ну, типа, кто я? А вдруг там вообще какой-нибудь плохой результат выйдет? Я там, оказывается, даже не Мари, и татарского у меня тоже ничего нет. Я вообще кто буду вообще? 3 месяца ждать результат. Что-то долго. Нет, я не удмуртка. No. Да не 600. Нет. Кира, у меня... нет. У меня есть... Ну что за фриковые песни? Норм. Эслипс. А, это тоже фонк. Эслипс и фонк не нужны мне. Это какой-то наркоманский. Такой не надо мне. Спасибо за фоллоу. Даш, отстань, я же сказала нет. У тебя пауэрбанк за спиной, можно планшет. У меня света не будет, если я планшет буду заряжать. Короче, сядь хотя бы. Села. Включи. Канал включенная. Удлинитель нет? У меня нет удлинителя. Ну, нет, у меня есть удлинитель, но там, типа, для 2 штук, и на одной у меня телефон на зарядке, а на другой у меня свет на зарядке. Тебя темнее на камере, потому что весь фокус на нем. Ой, ладно. Все убрала. Нравится тебе так теперь? Все. Двигать носиком. Блонды.
первый раз вижу, что ты не жалуешься и не плачешь на стримах. Молодец. Теперь еще похудеть немножко нужно. А как? Ну чел, я себя из анонима. Ну, с ником аноним. Донатит. Кого я забаню? У меня по пятнице нет пар. Ну, иногда. Иногда есть, иногда нет. Он просто одежду обсудить хочет. Ага. Давай опять закажем этот смейз. Закажи мне лучше бургер острый. Я буду намного больше рада, чем боксмастеру. У меня в глазах написано «хочу шу». Нет. На Фандом Фесте понравилось? Ну да, было прикольно. Там еще был такой мальчик один. Вот я его заставила кружок в ТГшку снять. Ха-ха! Боже, он вообще... Я там, блин... Вот так стою. Ну ладно. Ну ладно. Ну, было прикольно. Но там не ловила очень плохо, на самом деле, то, что там не ловила, ну ладно. Как мама с сыночком? Да нет. Что тебе сказали, что ты слишком эмоциональна, и ты сейчас томным голосом говорила. Чё? В очках, которые, да. Блин, вот вы такие молодцы. Вы лучше меня знаете, что мне нужно. Так просто сказать, типа, тебе вот это нужно. А как я это получу? Ну, типа, как я это смогу взять? Или что?
нужно. Ника Белучи. Теперь в моем топе добавится еще и Даша. Я здесь сегодня позавтракала уже. Съела бананчик и кофе. Мне очень нравится вот это сочетание кофе и банан. Это, знаете, некоторым нравится кофе и сыр, а мне кофе и банан нравится. А не кофе и сыр. Кофе, ну вообще сыр я не очень люблю. Чай с молоком. Ну, не знаю. Кофе и лук. Какао, каково и банан. Каково? Я не знаю, каково. Может быть, что тебе 40, а я... У меня просто детский крем. Я им лицо на ночь мажу. И все. 39, не больше. Ну, 39 примерно, да. Детский крем. Минимум на 53. Хорошо. А! Все, нормально работает. Поставить бы. Вот так. Спасибо за фоллоу на все 100 килограмм. Спасибо за фоллоу. Да, либо ум, либо красота. Точка. Тебе надо было запятую поставить и написать. Ну, видимо, кому-то ни того, ни другого. Природа обделила. Зрители уходят. Накрутка спала, слава богу. Слава богу. Что для тебя красота? Ебло или поступки? Не здрав, я тебя сейчас забаню.
Короче. Я даже комментировать не... Это уже комментирование. Ты в курсе? Нет. Ты в курсах? Я хотела сказать, ты в курсах? Я хотела сказать, ты в курсе или нет? И я сказала, ты в курсе или нет? Короче, будет у меня комп. А наушники вообще нужны, нет? Что-то я вообще об этом не подумала. Для компа. Только затычки? Какие затычки? Эти проводные? Угу. Ну, проводные хорошо. Луна сядет быстро. Клава от него сейчас как возьму, блин. Буду с Луной сидеть. Спасибо за фоллоу. И клавиатуру можно какую-нибудь светящуюся, да? А, не все светящиеся? Это хорошо. Самое главное купить бесшумную клавиатуру, иначе будешь долбить по клавишам себя глушить. Да? Чё за херня? Ты чё вообще пишешь? Сколько стримлю? 1 час 19 минут 40 секунд. Выглядишь красиво, но ты не принадлежишь самому разговорчивому людям на Twitch. Ну да, я обычно молчу на стримах. Мышка Logitech. Мышку? Ладно. Оверпрайс. Вот это ведь. Слава богу, блин. Сама буду на стриме, ну, наверное, да. Мышка за 13к не стоит она того. За 13 мышка! Не хочешь на Мальдивы со мной?
Ой, ну я прям, я уже собрала чемодан, уже бегу. Какие у меня гитары? Ну, есть. Чтобы чувствовать. Это ты только-только зашел, еще не знаешь, есть у меня хитер или нет. А я не поняла, а Альберт-то зачем? А Альберт же ничего плохого не написал. Он написал: на конкурсе красоты, мисс Елена, если бы ты участвовала, на твоем фоне все остальные конкурсантки выглядели бы плохо. И так это же нормально, зачем отменили? Альберт же плохого ничего не написал. Ладно, спасибо большое. Аук не на девайсе с планшета? Какой аук? Что? Отменяем комплименты. Что? Сначала комплименты, а потом алименты. Только хейт пропустил. Зашибись. Это что за... Это что такое? Зачем только хейтерские комментарии отпускаете? А комплименты так сразу чик, скипнули. Нормально, блин. Я посмотрела, смотрю, Альберт пишет. Думаю, ну вроде норм, чувак. Ну ладно. Ну... Ладно. Главный фанат с аудиодонат. Он все, он сказал, что мы друг к другу не подходим. И все. Он меня бросил. Я теперь двигаюсь без него. Ну ладно. Переживу. Тишина. Что тишина? Опять кто-то накрутил, опять 500 у него. Да хватит! Я вообще не понимаю, сколько можно. Мышь 1500 всего. Отличный провод. Она очень долго служит, какая с раньше сниму. Вот он. Может, не провода. Она тяжелая. Ну, я вешу нормально так. Что можно было потом с дивана смотреть что-то. С дивана? Я чё, соберу ком и туда пойду? Ты чё? И буду там сидеть такая. Смотрим сумерки. А то, что я даже не увижу эти сумерки со своим минус 3 зрением, ничего, да, все норм. Ну, ты вообще молодец, придумал, блин. Ну, интересно. Монитор 7 дюймов. Это что? Телевизор? Мы не телевизор. Нет, ты чё? Пусть тебе сначала задонатят 500к, а потом говорят про Моники за 100 и мышки за 10.
Хорошо. Слушаюсь. Что-нибудь похаваем, пицца через 20 минут приедет. У меня пицца через 20 минут не приедет. Куда приедет пицца? А, тебе? Ну, я тебя поздравляю, у меня пицца через 3 часа только приедет. Я серьезно, мы когда заказываем пиццу, ну, типа тут, рядышком, мне приезжает эта пицца за 2-3 часа. 2-3 часа. Мне прийти пешкадралом легче и быстрее будет. Ты за МКАДом, я вообще далеко живу. Я там вообще, я за таким кадом. Я прям не рядом живу. В Сибири. Все готовит минут 15 минут. Она из Ишкралы. Да, в Москву еду. На поезде. 12 часов туда, 12 обратно. Вот. Ну, вообще, я так-то уже поела сегодня. Банан и кофе. Но еще я съела конфетку. От 2 часов минимум доставка. Да это вообще, блин, странно. В зал не ходишь? Нет. Какой зал, боже! Я боюсь мужиков потных! Они ко мне подойдут, а я, ну, допустим, ну, в лосиночках буду, да? В лосиночках буду? Вот, и я, ну, я такая стою, да? А ко мне какой-нибудь мужчинка подойдет? 80 килограмм, 1,80 ростом! Ух, вот такой! Я, что мне делать, боже? Подойдет, начнет что-то мне рассказывать, типа, блины какие-то лепешки, онигири, что-то я буду смотреть, думаю, что за блины вообще, оладушек, что вообще это, что? Он мне что-то начнет говорить, я, мне что делать, боже, я сразу побегу. Такое же было? Пока что нет, но в моей фантазии такое возможно. Ну, нет, если вот подойдет, я что, я, мне что делать, блин? 1,80 удрей. Да нет. Наверное, я не знаю. Еще хватать будет. Будет? Ну, ладно. Сразу меня выгонят потом. Меня потом из зала выгонят. Скажут, ты нарушитель. Да блин, а что вы хотите, чтобы я что-то, ну, такое делала, да? Нарушающее. То пойти в зал, то туалетной бумагой раскидываться. 1,88 м, 80 килограмм литр еще. Я... Честно, я вообще не шарю. 93. Блядь, Хелсин, что ты вообще мне пишешь? Отстань. Боже, как ты меня вообще раздражаешь, конечно. Как он меня раздражает, вы бы знали. У меня на содержание у тебя будет, ну, круто. Ободок. Вообще, ну да. Это зимняя шапка. Нет. У меня есть ушанки, есть ушки, есть все. Шапок нет. Ну что, шапки? Я не шапками, я не хожу. Знаете, вот эта шапка, которая вот такая. Фу, вообще я такие шапки терпеть не могу.
А может, блондинам нравятся брюнетки? Такое тоже может быть. You like my... Ну, мне black hair и какой-нибудь light hair. Мне все хейры нравятся. По-английски! In English! In English, please. Ты что пишешь, дурак? Отменяй! Typical Russian Slavian girl. Фанаткой. Все тихо. Ну, вообще-то dark или light. Кто ворота открыл, не знаю. Там что-то сломалось. Lol, I done black. Чего? Чел, ты сам определись, что ты пишешь вообще мне. Что? Beaten and the beaten. Ты... Хелсинг, что ты пишешь? Я угораю с Хелси. Да он вообще дурак какой-то, я не могу вообще. Ой, как он меня... Секунду, девочки. Девочки. Я на секунду отойду. Секундочку. Я сейчас приду. Секунду, подождите. А, ну камеру можно...
Меня слышно было? Слышно было? Я доставала халат из стиралки. В смысле нет звука? Так, я сейчас проверю. Сейчас всем, кто написал, что нет звука, всем баннер прилетит. Ну, сейчас проверю. Алло. Алло. Слышно? Вы что? Пишите, что нет еще. Ладно. Мне давай. Не-не, а мне? Не-не, а мне? Это что вообще? Ой, где набрать? Куда написать? Девочки в чате. Ну, у меня вроде Кира должна быть, а хотя Кира сказала, что она ушла. Я не знаю, есть ли у меня девочки в чате. ВК поиски, давай. Нет. Ресницы будут чуть-чуть гость. Так это не мои. Это нарощенные. У меня нет ресниц. Знаешь, кого ответ? Кого? Ну-ка, давай, скажи теперь. Энергетика не денежная, что ли? Ну да. Сделай мне денежную энергетику. Давай, ща! Достаю карты Таро, ща расклад сделаю. Ха! Реально можно. Ну-ка. Ща сделаю. Девки. Ща я сделаю раскладик. Раскладик на любовь. Погадай мне на будущее. Один лит энерджи вам или два другому. Смотря с каким вкусом. Так, Кэти Брамс. Знаем, помним, любим. Чё падает-то всё? Я с прошлого не отошёл. А я не буду теперь тебе делать расклад. Скорбим. Надеюсь, пока она жива ещё. Надеюсь.
Надеюсь, а то я там ее имя уже столько раз произнесла, как будто... Ну, не знаю. Ну, надеюсь, она будет. Пицца приехала. Ну, круто, поздравляем. Поздравляем! Про... Или что там было? Было про справедливость, прям про меня. Ну да. Мои расклады всегда точны. Всегда у всех все совпадает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. 22 должно быть. 22, вот. Все. 22. Все. Сейчас. А, это так и должно быть. Будька, спасибо. Вы здорова, какар. Нет. Итак, на что же погадать? На денежную энергию, да? На денежную энергию? Или что? Что там гадать-то? Все и так понятно. Будет ли у меня... Мне даже страшно гадать. Вдруг на карку еще что-нибудь. И будет. И что потом делать? Ужас. Не дай бог. Так. Будут ли у меня дети до 30? Что? Нет, я на такое не буду гадать. Нет, нет, нет. Ну, что-то нормально. Нет. Давайте на плохое не будем гадать. Успех в сборке. Все ли у меня будет норм с компом? Я императрица. Да? Императрица 10. Нет, императрица не 10, императрица 3. Императрица, ну? Отношения с людьми, любовь, дружба. Вам встретится властный человек, которого вы сумеете укротить с помощью обаяния? Что? Я? Укротить? Это что? Это фреймтеймер, укротитель камер, а я укротитель властных людей? Ну, я... Мои расклады самые верные, самые точные, самые-самые. Вот я серьезно говорю.
Здоровье. Ваше женское здоровье сейчас на пике. Отличное время для того, чтобы зачать ребенка. Тут прям так написано. Это не я вру, вот. Отличное время, чтобы зачать ребенка. Какого ребенка? Какого ребенка, алло? Что за дела? Ну я прям вообще женщина-женщина. Улыбка, мягкий взгляд, изящная поза. У меня вообще поза самая изящная сейчас. У меня сейчас нога затечет. Избегайте напора, уступайте, кажитесь слабее. Ладно. Холодность и высокомерие — это тоже оружие женщины. Иногда нужно лишать мужчин тепла, чтобы они не расслаблялись. Не расслабляйтесь! Я сейчас всех забаню, а то... Блин, реально. Императрица. Реально я. Реально я. Реально я. Реально я. Вообще... Я такого даже не ожидала. Реально я. Трэш, да? Даже в шоке. Ну, то, что я... Мне сейчас надо рожать, это, конечно, ну... Я, конечно, понимаю, у меня, типа, да, возраст хороший для рожания детей, но... Но, типа, как-то я пока не особо хочу этого. Как-то я чуть-чуть не готова, как будто... Так, купи себе гранта. Ёп. Рожать 16, уже поздно. Не, ну у меня пока норм возраст. Я не могу сказать, что я типа старородящий уже. Видимся в снах. Хорошо. 18-я карта по счету достанет. Стоп, просчитывать. Ладно, ща я разбросаю. 18-я карта по счету. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Иерофант. На любовь, да, ты говоришь? На любовь? Ну-ка. Что там у тебя с любовью-то твоей? Ну-ка. Опять он выпал, да? Ну, пф. Потому что я делаю расклад. Мои руки, эти карты, уже мои руки воспринимают как свои собственные. Это реально. Ты что за... Ты думаешь, я помню всех? Ты что? Что там на любовь у тебя? Отношения с людьми, любовь и дружба. Не время заводить новые знакомства. Побудьте в уединении, изучите собственную личность. Настанет время, и вы снова выйдете к людям. Ну все. Понятно. Я ее гуглю. Ну... Мои расклады самые точные. Ой. Про то, что у тебя не стоит, было, я точно забыла. А, в здоровье, возможно, да. Типа там в здоровье. Иерофант. Что там со здоровьем было? Займитесь медитацией, расслабьтесь. А, воздержитесь от сексуальных связей. Вот что у него там было. Так, что еще можно? Мне надо сейчас. Только что тебе делали. Видишь,
что у меня по любви там. Вопросы тяжело придумывать. Чего у тебя по любви? Хром. Чего там у Хрома по любви? Ну, по любви, не по любви, там вообще, типа, отношения с людьми, любовь, дружба, туда-сюда. Для Хелсина потом. Солнце? У тебя кошечка оседляла коня? Что там солнце? А солнце светит всем одинаково, и зря ты, моя девочка, плакала. Ох, 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 солнце. Так, так, так. Солнце, по-моему, вообще ни у кого не выходило вроде, да? Домашняя солнечная кошка предвещает достижение успеха, крепкое здоровье, хороших друзей и интересные события, которые принесут только радость. Долгий период благополучия. Сейчас ты притягиваешь к себе нужных людей. Бла-бла-бла. Вы встретите свою истинную любовь и, возможно, в ближайшем будущем вступите в брак? Ха. Ну все, свадьба. В отношениях-то они... Короче, брак будет. Деньги сами плывут к вам в руки. Соглашайтесь на все деловые предложения, они будут очень прибыльны. Прекрасное здоровье, цветущий внешний вид, витальная энергия на высоте. Лучшее время для сексуальных отношений. Вы и партнер получите. Ну, все, в принципе, я все сказала. Ладные расклады? Да. 10 000 с тебя. Так, теперь на Хелси наделаем расклад. Чтоб у него жопа оторвалась! Ты позоришь мою аватарку? У вас разные аватарки же, нет? А, аватарки. Аватарки, наверное, одинаковые. Я аватарки не вижу. Все. Хром услышал, нет? А мне кажется, он вообще спросил и ушел пиццу есть. Ладно, услышал? Хорошо. Так, Хелсин. Хром пошел. А вы что ли он ушел? Так, Хелсин, оторвется ли у тебя жопа сегодня или нет? Верховная жрица? Ты что, девка, что ли? Я думала, ты мужик. А ты подружка моя, получается? Какая-то странная ты подружка. Не хочу себе таких подружек. Так. Кошка-жрица советует быть внимательной к людям. Сердце подскажет, где ваша истинная любовь, кто друг, а кто предатель. Прибыль и карьерный рост – дело далекого будущего. Сейчас нужно учиться укреплять профессиональные навыки, зарабатывать деловую репутацию. Вы можете чувствовать усталость и сонливость. Не боритесь со сном, пока тело отдыхает, душа видит вещи и сны. Сексуальность снижена, вся энергия уходит на внутреннюю трансформацию. Ты должен чем-то пожертвовать для достижения цели. Чтобы желание гадающего исполнилось, нужно принести... добрую жертву на алтаре жизни. Добрую? Жесть. Добрая жертва то, при которой вы не страдаете, но все остаются
Та, при которой никто не страдает, но все остаются в выигрыше. Вам надо создать что-то полезное, сделать доброе дело и помочь нуждающимся. Услышал, да? Можно мне на карьеру прям очень надо, как хочешь, рассказывать, типа, в каком направлении мне двигаться или правильно ли я двигаться? Я ебу, что ли? Ты, конечно, тоже нашел у кого спросить. Да. Ну ладно. Мне кажется, ты не в том направлении двигаешься. Ты пока еще сам почти, можно сказать, не определился. Опять? Ты что, с Хелсином мутишь? Что я не пойму? Почему у вас одинаковая карта? У меня, кстати, некоторые карты вообще ни разу не появлялись. Ну, типа вот, ну, смерть там ни разу ни у кого не появлялась. Ладно, смерть вообще-то была один раз, но все равно. Вот, ну там... У меня вот мир один раз было, и солнце впервые сегодня появилось. Звезда была часто. Повешенный прям супер часто было. Расклад на любовь, пожалуйста. Так, объяснений не будет. Ну, все хуйня, короче. Не слушай меня. Двигайся, как сам знаешь. И тебе пока трахаться не надо. У тебя все плохо там. Колесо фортуны еще ни у кого не выходило. А у меня по натальной карте колесо фортуны, а центральный аркан. Вообще не хз, что это значит, но я просто знаю, что это у меня есть такое. Вот, Галас, ты меня вообще раздражаешь. То одно, то второе, то третье. Все, ребят. На сегодня разборов хватит. А может и сегодня. Да, у тебя есть вариант. С кем? С Хелсином. Просто ты чуть полненькая. Ой, вообще, конечно, катастрофа. Ну все, блин. О нет, для Галаза я полненькая. Я не вешу 38 килограмм при росте 1,68 м. О нет. Что же делать? Да. Я ждать? Я вообще я не буду я тебя ждать вообще. Я не знаю, это как будто... Вот Хелси, это как будто... типа... гротескное изображение Изи. Ну, типа, Изи не так часто всякую такую фигню пишет. Но он пишет. А Хелсин — это гиперболизированная вот эта вот тема. Вообще какие-то, я не знаю, странные. Раньше мужей по 25 лет из армии ждали. Ну, мужей? А ты мне кто вообще? Если при гадании на работу и бизнес выпадает карта жрец в прямом положении, то это говорит о силе воли гадающего и его уверенности в себе. Ну ладно. Так у тебя вообще не жрец.
Ты че? Какой у тебя жрец? А чё? Верховная жрица. Дама. Блонд? Нет, я вообще волосы не красила. Но я не знаю, блонд подойдет мне или нет. Мне кажется, блонд, он будет бледнить мое лицо. Нет? Пепельный. Звон, ты будешь еще комичнее выглядеть. Блять, Галаз, вообще не пиши мне. Нет, ну типа вот у меня волосы, ну, русые. И лицо чуть-чуть выделяется. А если я буду блонд, то вообще у меня и все будет в перемешку. О, вот мой плейлист. Хелси, ну что ты пишешь вообще? Какой-то, конечно. Вас послушать, вам вообще ничего не нравится. Время 4:03. Почти 3:04. Почти 3, скоро будет 4. Ой. Галаз, а ты, в смысле, ты сомневаешься в этом? А ты что, не знаешь? Ты же про меня так много всего говоришь. А тут задаешься вопросом почему-то. Я думала, ты будешь утверждать это, а не спрашивать. Девчонка для тусовок среди сотни пар своих кроссовок выберет одну и с разбега на танцпол. А ну. Ей-ей. Тяжело. Тяжело. О, я бы могла писать портреты. Вот это хорошо. Сомнительно. Чел, это ты просто хуйню пишешь всякую, поэтому ты так думаешь. Мне еще пишет про репутацию. Ты ебанутый, блядь. Что я нахуй такое делала? Просто ты, блядь, чел, сиди нахуй отсюда вообще. Блядь, чуть Хелсина не забанила из-за тебя.
Короче. Можете подписаться ко мне в ТГшку, кстати. Что за это будет? Тебе не прилетит. Вообще, надо сходить в магазин, купить продукты. А у меня есть курица, она сейчас наверное, уже суп можно сделать, короче. Гона Хэллоуинсы. Да, ты меня приглашаешь? А куда? Кукинг? Нет, это без стрима. Ты чё? Нет, это без стрима будет. Я не готова к кукингу. В миксе? Давайте недалеко. Почему без стрима? Потому что! Не скажу почему. Отстань! Привет. Заказ музыки присутствует. Боб Масес, Бракен Белиев. Пожалуйста, включи этот трек. Неплохой. Все, включила. Вы сами такое приложили. А чё, дабстэп? Ну как, видишь, да? Это, походу, я не знаю, Ивангай какой-то зашел ко мне. Скинул свой дабстэп. Танцуй? А при... в смысле, откуда у меня танцы? Что? Минздрав. Пиздец, конечно. Что пиздец? Не хочу. Да, отстаньте от меня. Я сейчас все буду банить. Что мне будет подобное что-то писать. Это я пока с телефона я только отстранять могу. Я сейчас планшет открою, вот там реально буду банить. Все равно же можно смотреть. Ну ладно, смотри. Но не пиши. Смотреть ты вообще хоть что можешь на самом деле.
покажи пальчик. Зачем тебе палец мой нужен? Убьёшь меня уже. Если я буду вдруг переживать, что у меня никто не пишет в чате, все меня забыли, все меня кинули, никто не будет смотреть. Вот Хелсинг будет вот спамить своими стрингами, ступнями и, не знаю, сиськами. Вот я уверена. А уже нет. Мы на Хелсина смотрим сейчас, да? Что он еще выдаст? Ну ладно. Рядом не надо. Я ступни ему показываю. Выключаю ракушку, так она выключена. У меня нога затекла, все. Да что ты пристал к моей губе? Нормально, пойдет и так. Пристал, блин, к моим губам. Что? Нормально. Да мне это не надо! Губа еще и странная. О, ну у тебя, конечно, все нормально. В смысле, зайчи? Я у них стою вообще. Ты знаешь, как это выглядит? И ты хочешь сказать, что у меня так же? По 5 миллиметров каждый. У него размер... Я не знаю, какой у него. А у кого? У него? Так ты че у нас? Оказывается, этот? О, засматриваешь, да? Засматриваешься на сисечки, парни. О, понятно. Что? Ой, что ты сейчас пишешь про меня? Ой, ты что? Я не парень, чел. Ну, ты все уже. Да-да-да. В чате парни ищут, не мешай. Ну, все понятно. Все понятно. На улице вообще хорошая погода, на самом деле. Ну, типа пасмурно, солнце. Солнце... не ярко как-то светит там или еще что-то. Нормально, погода хорошая. Самое это запутать не хотим. Да! Я пойду такая, блин, надо суп приготовить. В итоге куплю печенье и шоколадку. И сам. Не буду, ну... куролесить, кайфовать. Не куролесить, конечно, просто кайфовать. Блин, у меня этот трек уже кругами. Уже минут 10, наверное, играет этот трек. Ой-ой-ой. Все. А в итоге... А так всегда идешь норм еду покупать, в итоге фигню всякую. Ну да. У меня когда голод, вечно хочется именно... Охуенно. Пиздец. А,
пиздата. Будешь смотреть свежий видос? Я не знаю, кто это вообще такой. Именно что-то сладкое здесь. Ну, я вот, да, я тоже. Я всегда только сладкое ем. Что прочитал? А вот... Что прочитал, то прочитал. Чисто отвык. Я бы тоже, на самом деле, бы от сладкого бы отказалась, но... Что мне потом есть? Что? Шаурму? Или ля-кебаб только? Все? И острый бургер. И там ям. Ну... Кавсон, ты меня раздражаешь уже. Ты еще Кавсон пишешь зачем-то, боже. Что вам втайне нравится, но у всех остальных вызывает что? У Даши с Хелсином? Что-то вроде, что вам всем втайне нравится? А, что вам втайне нравится? Что? У Даши Хелсином что-то вроде, что вам втайне нравится, что у остальных вызывает отражение. Что? Что вам втайне нравится, что у остальных вызывает... Я не понимаю. Она себе сама пишет. Ну да, я все это написала. Это у меня таймер просто стоит на сообщениях. И вы думаете, что это другой человек написал. На самом деле, это я просто писала. Да? Вы думаете, это импровизация, но нет, этот стрим был уже подготовлен с особым содержанием. Ручек-то не видно. Ой, руки на стол. Все по сценарию. Да. Я думаю, что не баня. У меня нет сладкого дома. Пойду в магазин. 2,5 часа уже стримишь нюс. Ну, бывало раньше, что я и 4 часа стримила там, или еще сколько-то там. Ничего, нормально, сидела, стримила. Вот. Но я, кстати, чуть-чуть устала. Я кушать хочу. Вот это я обожралась, конечно. 5 минут до магазина не смогу дойти, да? Угу. Я сладкая. Суисиди. Саймона минация ночку удаш. И жалко, у пчелки не было красной помадой, не байт. Не забудь помолчать после доната, принцесс, забочусь, меня слышно? Да? Да? Нет. Да? Нет. 1 шиз. Нет, шиз из доната, и его тут нет сегодня. Все. Это из фильма «Реквием по мечте». Ну, такой вайб просто.
Глаза посильнее. ХЗ. Ну, хороший такой прикол. Смотрю. Нет, я дарма не смотрю. Максим в молодости? Я? Я так-то девушка, но если я похожа на парня, то... А, так вот что у меня Хелси сидит. Все понятно. Никакое. Я не помню. Я не помню. Я смотрю иногда. Откуда инфа? Вот именно. Ты вообще, вот Хелси вообще не слушайте. Можешь уходить стрим? А, хорошо. Ну все, давайте, пока. Как, Ир? Не знаю ли я вдоль ночных дорог. Шла в галошах, не жалея денег. Сердце ее в курице, запеченное соусе с... картошечкой и морковочкой, и там чуть-чуть лучок еще, и перчики есть еще, и помидорки. Да? И сырочек еще. Ну, чел, да блин, я Максим эту, блин, я в детстве, знаешь, сколько уже слушала? Че ты мне сейчас пишешь какие-то угрозы? Я все треки ее знала наизусть. Сейчас я, конечно же, уже не помню, наверное. Похоже, да я не похожа на нее. Ну, ты можешь просто кажется так. Ну, хорошо. Похоже, похоже. Что? Что-то не так? Ты же так просил включить трек. А что сейчас не нравится? Наверное, зверь, пацанов. Ладно. Ладно. Тут есть книги и шоу. Так. Подкасты. Родительский чат. Это нам надо. Ну и что за родительский чат, ну-ка? Слушать.
Привет. Вот сейчас вас добавили в родительский чат. Ну и как по мистическому совпадению, у меня тут же пришло сообщение в мой школьный чат. Там уже накопилось примерно 45 сообщений. Я предвкушаю, как буду их разгребать очень-очень долго. Мне вот карты Таро сказали рожать надо. На связи подкаст «Родительский чат». А сейчас вот это. При поддержке студии «Терминвокс». В подкасте мы обсуждаем современное родительство со всех его сторон. Его радости и горести, что нас веселит и бесит, тревожит и приносит счастье. Может быть, кое-кто помнит нас по подкасту «Ты же мать». Мы целых... Я не мать еще, подожди! Ты совсем? Ну, а теперь мы хотим поговорить о родительстве в целом. Не только о мамах. Сама... Ну, я не думала, типа, такое будет. Я думала, там что-то прикольное будет. Да, но сначала надо друг с другом познакомиться. Сейчас на студии трое. Меня зовут Саша Довлатова. Меня Маша Жаворонкова. А я Настя Хатулари. Давайте красной краской. О, это типа True Crime. Не-не-не-не. Давайте другое. Вот это будем слушать. Колбочку. Привет, меня зовут Света Елисеева, и вы включили подкаст «Великие связи». Подкаст, который в Яндекс.Музыке обладает рейтингом 18+. Не знаю, что послужило поводом, но в этом выпуске повод точно появится. Поэтому уберите детей от колонок. Выпуск... Что? У меня нет детей, подожди. Ты норм вообще? У меня нет детей. Ребят, ушки закройте вот так. Глобальные и личные. Как мы теряем и порой наоборот находим в них великое. Давайте начнем с небольшой истории, чтобы вы понимали, о чем я буду рассказывать. А, я поняла. Короче, есть книга Джулиана Барнса «10,5 глав. Типа история человечества». Вот, а-ля там, например, типа, что было бы, если бы там что-то не произошло и все такое. Вот. Допустим, вот самая первая глава про Ноя я вам рассказывала. То, что как на самом деле было все с Ноем, как на самом деле все происходило, как на самом деле там все было, что там делали с животными и все такое. Вот тут то же самое, типа, что было бы, если бы не случились какие-то катастрофы и все такое. Вот. То же самое. Че мне? Одно и то же слушать. Еще делать нечего, что ли? Я суп сварю сейчас, пойду варить суп. Или не пойду, просто курочку поем. Наш мэн счастливый утюг, теперь видно, как мы живем. Охуенно. Флибата. Ладно, не будем такое слушать. Я буду только сама с собой такое слушать, когда буду суп варить. Это война с тобою, сражение слов. Ладно, вообще, пойду я суп варить, что ли? Давай, может, ребенка родим и послушаем родительский чат? Нет. Из топора. Это только каша. Можно пальчики под конец. Какие пальчики? Отстань! Ты сейчас охоть будешь? Наверное, да. А что мне еще делать? Я кушать хочу. Время 4 часа уже. А я ела в 10. Вот так вот. Ну, из курицы. Не знаю, какой суп. С курочкой выполнить. Надо семью зарабатывать деньги.
Ладно. Сколько там у меня времени? У вас сколько показывает? У меня показывает 2 часа 41 минута, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 2.48? 2.46? Что 2.46? А, 46 минут. У вас на 5 минут идет быстрее, да? Стоит ли еще 15 минут сидеть, чтобы было 3 часа? Либо сибитен и забитен? Нет. Да. Тогда или нет? Понятно, ну конечно. 5 часиков еще. Не сидите, я пошел. Давай, пока. В чем прикол 3 часов? Ну, типа красивая цифра. Не 2.47, что-то такое. А ровно 3. Еще 2 часика. Я вернулся. Вдруг. Только выкрутить. Мне нравится цифра 8. Ну, я тебя поздравляю. Расслабилась что-то. Ну, да, до этого я стремила час. Завтра, возможно, будет. Спать с тобой — это самый быстрый способ. Что будешь делать вечером? Приду к тебе с Рафаэлками. Ох! Ну, что будет-то? Кира, все будет. Кира, все, что хочешь, все будет. Да? Да. Даш, ну, в принципе, я приехала только с работы, можно. Ну да, что я тебя напрягаю-то? Отдыхай, что? Как жесткий стресс. Да, у нас с Кирой будет жесткий стресс. Аж покраснела. Ну я вообще прям красный пипец. Бегала. 4 километра без остановки пробежала. Еле дышу. IQ, ты что, забыл? Ты что выкладываешь? Тебя сейчас Кира накажет. Она над собой извинялась. В магазин. Да я что-то уже не хочу в магазин. Дома хлеб, наверное, есть. У меня есть хлеб и горчица. Я буду хлеб и горчицу кушать. Чтобы у меня весь рот сжегся. О, как вкусно. У меня нет шоколадки. А, в магазине, типа, лежит, скучает. Ну, ладно. Пофиг. На моем содержании. На каком содержании? Что ты несешь вообще? Обманщик. Вот на словах вы все такие вообще. Все крутые такие на словах. А на деле-то что? Содержание. Краткое содержание произведения «100 лет одиночества» Габриэля Гарсия Маркеса. Хелсин, ты сначала выучи грамматику. Можно я на содержание плюс, а то я уже устал. Красный.
Забань меня. Ты же модератор. Ну, ты молодец, конечно. Нет, я не смотрела этот фильм. Если бы не грамматика, все было бы, брат. Нет. Зато у меня вообще не спрашивай. У меня не спрашивай. Такие вещи у меня не вообще не спрашивай. Господи! Сколько осталось до 3 часов? Я хочу быстрее уйти, меня Хелсинг вообще как-то раздражает уже. А норм, что у меня... И нет, пропал. Меня глушат опять? Охуенно. Пиздата. Заебата. Инфинити нельзя, правда. Куда ты спешишь? Ну я есть хочу. Вот и спешу. Комик Стар. Кстати, я Космос Старс никогда в своей жизни не ела. Я, по-моему... Я что-то, любятого, что ли, хлопья только ела, по-моему. Скучать будешь, кофе? Ой, вообще он мне снится будет теперь. Несквик ты ела? Батончик и шоколадку. Тебя же еще в проекте не было. Да? Мне, по-твоему, сколько лет? А? Хлеб, скатанный шарик зимой с пацанами 10 лет. Вот это пустота была. Не напоминайте ей я. Я тоже на... Что? Сколько там осталось минут? У меня показывает 2 часа 49 минут, 42 секунды, 43 секунды, 44. Как 9-8 было только что? Блин, как дура сижу, жду, когда будет 10 часов. Ой, 3 часа. Что кушать будет? Не знаю, пойду в магазин, куплю себе шоколадку и все. А потом приготовлю суп. Наверное. Наверное, я не знаю. Берсерк? Hello? И он успокоится. Он не успокоится. Сначала ступня, потом еще что-то, потом еще что-то. Ставлю рот, что купит печенье и не будет суп готовить. Рот ставишь? Обычно все ставят в другое место.
Короче, Хелсон, ты меня сейчас что-то уже как-то вот... Вот из-за того, что ты капсом пишешь, тебя как будто прям много. Тебя прям очень много. Такое чувство. Разбавляет атмосферу. Блин, реально кушать вообще ничего не осталось. Надо пойти что-то купить. А Хелсин есть в нашем чате в ТГ? Не знаю. А что? Хочешь его пригласить туда? Так вот ты почему отписалась. Его там не было, вот ты тоже как бы исчезла. А вот если он там будет, то ты подпишешься, да? О, вот это ты, ой-ой-ой. Ну ты молодец. Закажи. Ой. Так, что вообще можно покушать? Можно сделать салатик. У меня есть сметана, огурцы, помидоры и перчик красный. Можно сделать яичницу, но у меня только два яйца. Салат крабовый у нас. Ага, ага, ага. Ну, конечно, это мне придется в магазин идти. А я думаю, как бы никуда не выходить в холод вот это вот. И поесть. Пожарить мясо? Ну да, можно. У всех дома есть ананас. Are you real? No, I'm fake. На фейк. Что можно? Что там делать будешь? А, аниме смотреть? Я, наверное, ну, я поем, а потом буду, не знаю, думать, что мне делать. Все. У меня всегда так. Была бы воля моя, я бы вообще, наверное, постоянно бы стримила, если когда у меня нет дел. Вот сегодня у меня нет дел. Я вот что, постримила, поела, все, и дела-то нет уже. И суп приготовлю, и все. Блин, кавалер за мной приехал, уже ждет меня. О, сейчас мы пойдем на дискач. Тусить. Можешь снять. Чё? Да я шучу, там кто-то пикнул просто у меня за окном, я поэтому сказала. Уже все, уже. Не ревнуй. Не надо ревновать. Все нормально. Не надо ревновать. Все нормально, все нормально. Все нормально. Чуть не расстроился. Аккуратно. Я постараюсь. Чао. А что, кстати, доставку еды на месяц не взять? Доставку еды на месяц? Ты что? 23... Всего 20-30 тысяч. Нет. Ну, вдруг мне не понравится. Все. Каждые 3 дня привозь еду на эти же 3 дня. Ну, блин, ну я не дома ем или еще что-то. И, может, у меня там будет каша манная, а я вообще не люблю кашу манную. И что мне делать? Я таким не занимаюсь, блин. Это какие-то... Не знаю.
у тебя все будет... На каком содержании, боже? Что ты несешь? Не надо мне тут говорить всякое. За кашу манную, за жизнь. Норм тебе не нравится. Ну, я не знаю. Я таким не занимаюсь. Посудомойка уже 2 года без дела стоит. А чё, она, типа, не спит, ничего не делает, просто стоит всегда и все. А чё ты её поставил? Чё, её скотчем приклеил, что ли? Влад! Ты-ка, ну-ка, не шути со мной. Красные цифры не... красивые какой. А, все, у меня уже 3 часа. Потому что мне показывает 2:57:20. А у вас там другие цифры идут. Минута. Ладно. Туман, похож на обман, похож на обман. Синий туман. У меня 3:03:03 было только что. Что вы? Трэш. Я вам сказала, скажите, когда будет 3. Время восприятия. Да, время восприятия у меня такое, да, интересное. Неправильно пишет. Я уже не понимаю, что в этой жизни правильно, а что нет. Ладно, короче, я уже очень голодная. Я уже очень сильно хочу есть. Все, давайте. Макароны приготовлю, никуда не пойду. Все. Жизнь без сладкого. У меня из сладкого только лимон. И мандаринка. Все. А лимон вообще, знаете, не особо сладкий какой-то. Все. Подписывайтесь ко мне в ТГшечку. Худею, потом возьму. Ой, что? И мне потом всю жизнь думать, о нет, не дай бог, я буду весить больше 30. Потом выкинут из дома. О нет. Мне сейчас из-за этой фигни потом страдать еще, да? Нет, не надо, короче. Все. Я завершаю свой телевидение ради вещания. И иду есть. Либо готовить суп, либо яичницу, либо салат, либо просто хлеба пожую. Ну, как вариант, в принципе, просто хлеба пожевать. Нормально. Все, давайте...